Патриот — это человек, который любит, уважает, гордится своей родиной, который пытается ее преобразовать. Как вы считаете, кто такой патриот? И считаете ли вы себя патриотом? Ну, я считаю то, что патриот — это, пусть это будет даже человек, который возьмет и не кинет бумажку или фантик на улицу. То есть я считаю это патриотизмом. И, например, я именно не мусорю, я считаю себя патриотом, потому что я люблю, уважаю эту землю. В общем, не обязательно делать какие-то вклады. Можно просто любить свою родину, все. Где-то в разговоре, то есть не умалчивать о какой-то истории или о чем-то. Ну, то есть, когда говорят, что вот Россия — это плохая страна, а ты такой русский сидишь и такой молчишь и думаешь, ну ладно, я это промолчу. Ну, думай, что плохая, пусть думает, что плохая. Сказать, что неплохая. Сказать то, что я русский вообще-то, ты это. Думай, что говоришь при мне. Патриот, патриот ли я? Потому что вот все так сидят, говорят, да, я патриот. Но вот, допустим, какая-нибудь экстренная ситуация, вдруг там война, и тебе придется защищать свою родину. А каждый бы смог взять и постоять за свою родину? Я всегда таким вопросом, например, задаюсь. Я считаю, патриот — это человек еще, который будет защищать свою родину. Я не знаю, как бы я себя, допустим, повела в какой-то экстренной ситуации, если мало ли что, что бы я стала делать. Поэтому я не могу однозначно сказать, патриот я или нет. Для того, чтобы на самом деле воспитывать патриотизм, нужно, чтобы дети видели, ну, вот те же Олимпийские игры, вот это вот как уроки патриотизма. Если где-то, в общем, дети должны больше видеть дел, которые делаются от имени Родины, и это будут уроки патриотизма, а не какие-то учебники истории, как в Советском Союзе. У нас нет железной стенки, это уже не поможет.